Объявлен донабор в кадровый резерв молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа. Войти в кадровый резерв палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебное заведение в округе, а также постоянно проживающие в Российской Федерации за пределами округа. Студентка социально-гуманитарного колледжа Юлия Власова – соискатель на членство в молодежной палате. Девушка имеет активную жизненную позицию и мечтает сделать жизнь студентов округа лучше. Это реальный шанс перейти от простых диванных разговоров к каким-то конкретным действиям и попробовать решить какие-то насущные проблемы для молодежи. К списку основных документов молодые люди готовят мини-проект, содержащий предложения в сфере совершенствования молодежной политики в округе с обоснованием необходимости их принятия. Юлия написала эссе, в котором изложила свое видение молодежной проблематики в регионе и высказала свои предложения. Для себя лично я отметила такие проблемы, как трудоустройство молодых специалистов нашего города, и в том числе ребят, которые закончили высшее учебное заведение, так как рынок труда у нас перенасыщен уже имеющимися кадрами с большим стажем, например. Я вносила предложение в том числе пересмотреть актуальность некоторых профессий в наших СПО, создать новые списки самых актуальных и востребованных для данного времени, и в том числе создать молодежную биржу труда. Молодежная палата создана для совместной работы окружного парламента в сфере законодательного регулирования прав и законодательных интересов молодежи. 10-й состав молодежной палаты сформирован в прошлом году. В него вошли 15 молодых людей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении 3 лет. Дело в том, что у нас молодежная палата расширяется. У нас при первом наборе получилось так, что 2 человека выходят из состава молодежной палаты. Ну, по своим уже причинам переезжают в другой город, либо даже там по своим личным каким-то причинам. Так как по новому положению у нас в составе резерва меньше 5 человек, поэтому мы объявляем донабор. Войти в кадровый резерв палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебное заведение в округе, а также постоянно проживающие в Российской Федерации за пределами Ненецкого автономного округа. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».